какие-то летающие объекты нет. Оранжевого цвета летели. Летели. Тепляков прибежал, как ненормальная. Весь подъезд высыпал на балконы. Свет все повыключали с испугу. Ну, мам, говори-ка, что происходит. На нас медленно, очень медленно, как парящие в воздухе. Подожди, причем они меняют между собой расположение, меняется у них постоянно. Слышишь? Угу. Три красных точки оранжевого цвета. Они то краснеют, подожди, то желтеют. Подожди, они как бы в свободном парении, таком по отношению друг к другу причем. Угу. Они не на одной скорости. Вот две пропало абсолютно, угу. Сейчас третья пропадет. А, они улетали, высоту набирали. А вон еще одна летит на нас. Где? Красная. Да, догоняет их. Снимает у тебя он? Да нет, ничего не видно. Там щелка. Нет, главное темное небо снимать, а не дома. Чтобы в темном небе было видно это. Да ее не видно. Это а, точно. Вообще не видно. Что а ты может хочешь? Быть, у них защита? Ладно, давай на них смотреть. Подожди, красная. Да, возможно, потому что она очень яркая. Еще две. Летят? Да. Боже, боже. Атака какая-то. Подожди, да это не атака, это вообще может не НЛО, подожди. Здравствуйте. Что это такое может лететь? Блин, может телефон как-нибудь так настроить, чтобы он снимал нормально? Ни формы никакой нет, ничего. Единственное, вот мне показалось в последних двух день от них. Угу. Значит, ну небольшая такая вот тень. Угу. Значит, это не формы. Вот я к чему. Значит, они сильно яркие. Ну да, вообще. Если они даже отбрасывают тень, значит, они вокруг себя сильно все освещают. Как интересно. Ну, как говорят, то, что так не говорят, нет, уже с другой стороны летят. Прям по-настоящему летят. Боже мой, как жалко, что никто так нам не объяснит, что это такое было-то. Ой, Наталья, спасибо тебе. Мы увидали.